Мы начинаем 148-й тираж лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 14 358 850 рублей. Гарантированный суперприз – 3 миллиона рублей. Сегодня в лотерее «Золотая подкова» мы будем разыгрывать 100 комплектов садовой мебели и множество денежных призов. Мы желаем вам удачи и запускаем лототрон! И ждем первый шар! Поехали! Шестьдесят восемь. Ждем следующий шар. 53. 43. Ждем следующий шар. 48. Внимание! Следующий ход, пятый. А это значит, что суперприз лотереи «Золотая подкова», который составляет 3 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Но перед тем, как закончится первый тур, я хотела бы задать вопрос нашему герою. Каким номером закончится первый тур? Четным или нечетным? Алексей, хорошенько подумайте, четным или нечетным. Подумал? Четным. Четным все-таки. Вы настойчивый человек. Четное. Я прошу тиражную комиссию зафиксировать этот ответ. Ответ принят. И мы продолжаем. 67. Гарантированный суперприз лотереи «Золотая подкова» сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Мы продолжаем первый тур. 36. Ждем следующий шар. 21. Стоп, игра! Стоп, игра! Увы, нечетная! Алексей, не расстраивайтесь, пожалуйста. Хорошо. В первом туре лотереи «Золотая подкова» выиграл один билет, приобретенный в Ханты-Мансийском автономном округе. Ваш выигрыш. Комплект садовой мебели. Поздравляем победителя. Поздравляем от души. И мы снова запускаем лототрон. Во втором туре мы продолжаем разыгрывать комплекты садовой мебели. 78. 45. Вы, во-первых, чаёк пьёте. 25. 81. 12. 37. 66. 59. 51. 9. А у нас тут чай с конфетами, между прочим. 42. Скоро я присоединюсь. 33. 23. Я смотрю, вы совсем не волнуетесь. Не волнуемся. А Майя, между прочим, ему правильно подсказывала. Он не послушал. Шар номер 15. 24. 87. Надо верить в майские советы в начале июля. 46. 72. Но она его уже простила. Простила. Она добрая. 31. Не надо пользоваться этой добротой. Шар номер 17. Готовьтесь. Второй тур в разгаре. 22. 89. 50. 61. 80. 62. 55. 10. Внимание! Сложилась предвыигрышная ситуация.
После того, как из лототрона выпал шар номер 10, сложилась предвыигрышная ситуация. И таким образом я хотела бы задать вопрос Алексею. Каким номером закончится второй тур? Он будет больше 10 или меньше? Я думаю, в этот раз удача не должна меня подвести. Это будет больше 10. Больше 10. Это очень разумно. Майя, вы согласны? Прекрасно. Итак, больше. Ответ принят. 32. Продолжаем. Ну, логика железная, да? 82. Номер 10 и 80 бочонков за спиной. 77. А может быть и так сложится все. Это непредсказуемо. 65. 100 грамм. 100 грамм! Молодец. Ура! Еще один балл. Алексей, мы поздравляем вас от души. Спасибо. Во втором туре «Золотой подковы» выиграл один билет, приобретенный в Санкт-Петербурге. Вы выиграли комплект садовой мебели. Мы вас поздравляем. Поздравляем всех от души. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать комплекты садовой мебели. И запускаем лототрон. Четыре. Шар номер 40. 38. 3. 39. Итак, у вас пока 4 балла. Надеюсь, что будет баллы. 85. 12 ячеек. Треть мы уже практически убрали. 28. Кира все ближе и ближе. 60. 63. 56. 35. 64. 19. 13. 44. 52. 30. 7. Момент истины все ближе и ближе. Идем. 86. 1. Первый. Внимание! О! Сложилась предвыигрышная ситуация. Скажите, пожалуйста, Алексей, из какой трети будет номер, которым закончится игра в третьем туре? Первая треть, вторая или третья? Первая. Первая треть! Я прошу тиражную комиссию зафиксировать ответ. Настойчивый ответ Алексея. Шар номер 16. Еще нет. 73. Это еще не закрытие Олимпиады. 74. Вот так мы, женщины, мы такие эмоциональные, правда, Липа? Да. А я ты от души шар желаю. Шар номер 90. Шар номер 29. Стоп-игра! Стоп-игра! Есть еще один балл! Молодец! В третьем туре «Золотой подковы» выиграл один билет, приобретенный в Свердловской области. Вы выиграли комплект садовой мебели. Поздравляем вас! Поздравляем вас от души! Я предлагаю перейти в четвертый тур в динамичном ритме. Там мы продолжим разыгрывать комплекты садовой мебели. Удачи вам! Ниночка, скажи, пожалуйста, сколько еще нам осталось разыграть комплектов садовой мебели? И ряда мы только начали, еще 97 комплектов. 97 комплектов! Здорово! Запускаем лототрон. Сорок семь. Блэк Купер задает ритм. 20.
Стоп, игра. Выиграли два билета, приобретенные Новгородской области и Республика Коми. Выигрыш. Комплект садовой мебели на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Поздравляем и продолжаем. Шар номер 5. Выиграли 5 билетов. Каждый из вас выиграл комплект садовой мебели. Поздравляем победителей. Поздравляем. И продолжаем. Шар номер 49. Выиграли 3 билета. Выигрыш. Комплект садовой мебели на каждый выигравший билет. Удачи на вашей стороне. Поздравляем. Совершенно верно. Продолжаем. 14. Выиграли 10 билетов. Выигрыш. Комплект садовой мебели на каждый выигравший билет. Поздравляем от души и продолжаем. 26. Определили еще 7 победителей. Выигрыш. Комплект садовой мебели на каждый выигравший билет. Итак, следующий шар. 84. Выиграли 26 билетов. Выигрыш. Комплект садовой мебели на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. 44 комплекта. 75. Стоимость 44 комплектов садовой мебели поделили между собой сразу 70 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 31 428 рублей. Поздравляем вас. Отличный выигрыш. Сегодня в «Золотой подкове» было разыграно 100 комплектов садовой мебели. Поздравляем. Ну а сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Размер выигрыша вы увидите на своих экранах. А у вас, Алексей, есть еще одна возможность заработать балл. Из какой половины, внимание, будет номер последнего шара сегодняшнего тиража «Золотой подковы»? Ну что, Алеша, ну послушай жену ты, господи. 2. Что это обозначает? Не понимаю. Расшифровываю. Со второй половины. От 46 до 90. Ответ принят. Ответ принят. Я прошу тиражную комиссию зафиксировать ответ. И мы продолжаем. 58. Продолжаем игру. 18. Ждем следующий шар. 6. Точка внизу. 70. 54. 71. 79. Мы близимся к финалу. 27. 83. 88. 34. 69. 41. 11. Стоп-игра. Это был последний ход 148-го тиража лотереи «Золотая подкова». Увы! Ничего страшного, у вас есть еще один шанс. Может быть, именно он будет решающим. Все равно 4 балла – это очень приличный результат. Тем более, что у вас есть возможность еще одной попытки, финальной попытки. В «Лототроне» тем временем осталось всего 3 шара. Это номера 2, 57, 76. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Если их нет в вашем билете, это означает только одно. Это означает, что ваш билет выиграл! Я от души вас поздравляю! Уважаемые участники «Золотой подковы», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 14 243 491 рубль, выигравший сегодня 84 807 билетов. В следующем 149-м тираже лотереи «Золотая подкова» гарантированный суперприз составит 3 миллиона рублей.
дорогие участники «Золотой подковы». Ровно через неделю в 149-м тираже мы будем разыгрывать для вас 7 дачных участков. Ну, а 7, как известно, счастливое число. Так что срочно, срочно приобретайте билеты следующего тиража. А у нас впереди еще лотерея 6 из 36 и суперконкурс «Квартира без очереди».